ностальгических нот, на волне позабытых мелодий. Вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий. На дорогах трехцветных огней позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси сегодня и всегда с Александром Фруминым. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Это телепрограмма «Ночное такси» на YouTube. И сегодня я вновь рассказываю вам о той музыке, которая на нашем телеканале, на телеканале «Ночное такси» доступна для вас. Еще раз напомню, что эта программа создана нашей студией специально для того, чтобы вы могли хорошо ориентироваться в музыке шансона по-русски. Большая часть этой музыки транслируется для вас нашим телевизионным каналом. Поэтому для того, чтобы вы были по-настоящему компетентными зрителями, и создана программа «Ночное такси». Близкое ретро. В программе Александра Фрумина «Ночное такси». В рубрике «Близкое ретро» я сегодня показываю вам фрагменты очень интересной записи Александра Розенбаума. Вообще, всегда считается, что самое интересное для фэнов, для настоящих ценителей, то, как создается музыка. Так сложилось, что 17 лет назад, в 1994 году, нам удалось, правда, в несколько приемов снять очень интересное видео. Нам удалось показать, как Александр Розенбаум записывает в студии «Ночное такси» свой ставший очень тогда популярным альбом под названием «Вялотекущая шизофрения». Мы много лет берегли эту запись, никогда не издавали ее на DVD. И вот совсем недавно, несколько месяцев назад, предоставили вам ее в полном объеме, практически без монтажа. Поэтому сегодня в блоке «Близкое ретро» для вас уникальное видео Александра Розенбаума образца 1994 года. Вы видите, как создавался альбом «Вяло текущая шизофрения». Месяц май на ветку сел. Нет. Без остановки. Нес, сел на ветку грач. Мир не стоит твоих слез, Машенька, не плачь. Не поможешь, Маша, ты горю моему. От твоей, Маш, красоты ухожу в тюрьму. Ухожу на нары я, позвала страна. Все девчата парами, а ты опять одна. Снова будешь вспоминать от детей тайком. Сел на ветку грач, мир не стоит твоих слез, Машенька, не плачь. Не поможешь, Маша, ты горю моему. От твоей, Маш, красоты ухожу в тюрьму. Ухожу на нары я, позвала страна. Все девчата парами, а ты опять одна. Снова будешь до утра от детей тайком. Чай да сахар собирать мне в казенный дом. Вор карману липнет, а к решетке воробей. Он с утра чирикнет, и я вспомню о тебе. Погуляла Маша, ты свои 17 лет. Ровно столько же меня с тобою нет. Да и я, родная, не с подушек полысел. Хата наша с краю, с малолеток я висел. Я любовь те, Маша, через годы пронесу. Через контроль на следовую полосу. Ты ведь знаешь, по весне я людей люблю. Мышка бегает ко мне, я ее кормлю. Рассказал про домик наш, где чего лежит. Да ты не бойся ее, Маш, если прибежит. Мышка, мышка, и только мне без тебя тоска. Я вчера, как и есть, во сне воду расплескал. Объяснил мне поутру этот сон сосед. Видно, скоро я помру на расцвете лет. Вертухаи мочат с каждым днем все слей и слей. Набухают
почки, на больничку что ли лечь? На больничке, Маша, мне не в хипе ж полежать. На больничке, Маша, уркам благодать. Буду спать ложиться, прочитаю «Отче наш», за тебя молиться и за деток буду марш. Буду бить поклоны, я до самого звонка, слово верное даю тебе, Зекан. Влез медведь на косогор и спустился вниз. Я ведь, Маша, классный вор-вор, рецидивист. То смотрю в пустой стакан, грустно и светло, а то срываю крупный банк, меньше западло. Маша, Машенька, не плачь, я поэту внял. Не утонет в речке мяч, это про меня. Я попрыгаю еще по стране родной, положу ей рук на счет и вернусь домой. Вор к карману липнет, а к решетке воробей. Он с утра чирикнет, и я вспомню о тебе. Отгуляла, Маша, ты свои 17 лет, ровно столько же меня с тобою нет. Буду спать ложиться, прочитаю «Отче наш», за тебя молиться и за деток буду марш. Буду бить поклоны, я до самого звонка, слово верное даю тебе, Зекан. Ну, эта песня вообще написана на материале, так сказать, как бы блатной, но вообще-то совершенно не блатная песня. Песня наша сегодняшней морали. Полукруг, полумрак, полутрепетный рот, итальянское тянет вино. И сливается блеклая зелень банкнот с ярким цветом сукна казино. Бабки вместо берез шелестят над страной, мерседесы да девки огонь. Но понятия здесь поросли трынь травой, нарушает закон шелупонь. Мой товарищ прожил за хозяином жизнь, уважая своих сыскарей. И его ранним утром патрон уложил на проталину в старом дворе. Но не тронули нас и не тронули их в день, когда хоронили дружка. А сегодня стреляют за пару косых, не сумев разделить два куска. А воры законные, люди очень милые, ну все мои знакомые, а многие любимые вспоминают молодость. Да ночами маются, вера их ломается. То, что было когда-то, да более родным, то сегодня за грош продадут. Осень рыжим хвостом заметает следы, те, которые к храму ведут. Плачут лики святых православных икон, и евреи забыли талмуд. Играет мышцой у ларьков шелупонь, и поют петухи про тюрьму. А воры законные, да на страну их несколько. Люди очень скромные и на правду резкие, а правда вещь хорошая, да только позабытая, в дребезги разбитая. Мне когда-то полярный единственный круг заменял ада 9 кругов. А сегодня я розы для верных подруг
разменяю на розы ветров. Улетают подруги в чужие края за российский больной горизонт. А вот раньше им дома хватало тряпья, ведь воры соблюдали закон. Полумрак, полукруг, полутрепетный рот, итальянское тянет вино, и сливается блеклая зелень банкнот с ярким цветом сукна казино. Бабки вместо берез шелестят над страной, мерседесы да девки огонь. Но понятие здесь поросли трынь-травой, нарушает закон шелупонь. И понятие здесь поросли трынь-травой, нарушает закон шелупонь. Специально для питерских таксистов сегодня число у нас, ребята, сегодня второе. 2, так сказать, сентября специально для питерских таксистов. Если получится, пусть питерские таксисты меня извинят, если вдруг сейчас я не спою полностью, обязательно спою следующий раз. Сейчас попробую. Я таксер, я мастер, я летаю. Черевых я не беру, дают. Чай я на них не покупаю, после смены в парке поддаю. Сонька дней, зеленая подруга, не скучаем, Соня, мы с тобой, потому что плану нужен рубль. План привез и в премию хмельной. Мастерам червонцы не помеха, на ходу ремзона обувь рвет. ТО2 пройти, тут не до смеха, плюнь 3 раза, может, повезет. Я лечу к начальнику колонны, тайно в ее день ешу, перестаю. А он в ответ: давай 2 зеленых, а я ведь их не молотым кую. Ладно, наладился я в Горький, а там на газе лечат только так. Хочешь тачку, чтобы как в Нью-Йорке, отвали в загонщик четвертак. Если нет, сгниешь, ори до хрипа. Здесь таких, как я, пруди хоть прут, а на 2,60 не то что выпить. И пожрать-то толком не дадут. Тачку взял и в парк пригнал, шикарно, без поломок разных, без ГАИ. И навесил на нее замок амбарный, мне чужие лучше, чем свои. Зеркала и щетки – это мелочь? Зеркала и щетки – это мелочь. Отойдешь всего на 5 минут поболтать со сменщиком по делу, всю резину нахрен отвернут. В ночном такси рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» я показываю вам фрагменты интервью с замечательным автором со Славой Бобковым. Мы дружим со Славой очень много лет. Впервые мы стали показывать его записи в FM-радиоэфире 17 лет назад, в 1994 году. Тогда на счету Славы был только один изданный компакт-диск. Затем мы подружились, несколько альбомов записывали в нашей студии. И вот сейчас, в 2011 году, записываем сразу 2 его новейших программы. Одну в традиционном стиле шансон, а другую в стиле рок-музыки. Я пригласил Славу для небольшого интервью. Записывались это совсем недавно, относительно дня сегодняшней съемки, в январе 2011 года, для того, чтобы он сказал несколько слов о тех своих новых работах, которые записывает он в студии «Ночное такси». Итак, в рубрике «Лицом к лицу» в сегодняшнем эфире Слава Бобков. Колесо и белка жизнь кумиров свергла. Бунтари устали, верить перестали. По
повышая значимость свою. Соловьи без денег не поют. Мы сейчас занимаемся сведением того альбома, вот буквально сессия. Собственно, в этой студии мы и находимся. Вот это вот наша картинка. Вот да, это вот можно посмотреть, наша камера цепляет, да, здесь немножко, Гриша. Собственно говоря, как выглядят Славины песни вот это, на, вот это дорожки, на дисплее нашей мощной машины. Звучат. Мы их сводим воедино, обрабатываем, чтобы получилось... Из этого песня. Да, скажи публике, когда была сделана эта сессия? Эта сессия была записана, начали мы ее записывать. Помогал мне во многом тогда Никита Джигурда начинать записывать эти треки как продюсер. Марина Анисина, спасибо им большое, помогали. Пока не подключился Александр Фрумин. Я уже на финальном этапе подключился. На этом этапе, который... Сессия в основном записана не в студии «Ночное такси». Она была записана «Поможем тебе» в Киеве. И была записана в течение 2007-2008 года. Поэтому у меня и к ним благодарность, и к тебе, что вот вы помогаете такую большую работу сделать достойно, чтобы она звучала так, как я это задумывал. Но я хочу сказать еще и тебе напомнить то, что было 3 года назад, и для нашей аудитории, которая может проверить легко наши со Славой слова, когда откроет на нашем телеканале твой фильм под названием «Переплавленный в колокол», который наша студия снимала тебе 3 сезона назад, да, в Санкт-Петербурге в Гигант-холле. Да. Там есть несколько треков есть из вот этого альбома, который сейчас находится в нашей рабочей станции на этом дисплее, то, что показал вам Слава. Это непосредственно была самая первая премьера песен альбома «Края свет». Да, правда. Да, там они исполнены немножко по-другому, аранжировки, да. Там без клавишных инструментов, просто гитарные. Да. Но, потому, что, менее, но альбом «Край света» уже песни... тогда, в 2007 году, да, 3 сезона назад, он уже был в работе. Песни узнать можно, конечно, там и желающие могут, кстати, зайти к тебе на канал, видеоканал «Ночное такси» и посмотреть. Действительно, там есть несколько песен из этого альбома. Более того, скажу, что сразу... что одна из песен есть на парижском концерте уже в полном варианте. Ее тоже можно уже посмотреть. Мы ее точно так же будем сводить здесь, она также будет примерно звучать, как мы ее исполнили в Париже. Это «Париж 2010», который... Да, свежий, который мы 31 декабря отправили в эфир. Я показывал новые песни, одну песню как раз показал из этого альбома, который мы сводим, и 2 песни из того альбома, который мы начали записывать с тобой уже изначально. С нуля, да, новый альбом, да, начали писать. Там тоже 2 песни звучат, поэтому телезрители могут с ними уже познакомиться. Да, да. Ну, я еще раз говорю, что благодаря теперешним техническим возможностям нашей продюсерской компании все очень легко проверяется. Я всегда говорю, не верьте никогда на слово. Включите канал и проверьте, да, все YouTube... наши слова. «Париж 2010», «Переплавленный в колокол» отдельно, фильм полнометражный. Все, о чем мы сейчас говорим, проиллюстрировано частично видео. Частично все можно посмотреть. Я отдельно хотел сказать про альбом «Край света». Не могу про это не сказать, Саш, хотя и может быть праздник, я немножко о грустном. Он мне особенно еще дорог тем, что... Записывал я его вместе со своим другом, прекрасным гитаристом, музыкантом, аранжировщиком, очень талантливым человеком, с русской открытой душой, Сергеем Липуновым, который трагически погиб в ночь на 5 октября. И фактически мы сейчас делаем, мы вот слышим его гитары, а в одной песне «Живая вода» он сделал аранжировку полностью. И я уже завершая эту работу без него, уже немножко по-другому даже смотрю на некоторые вещи. Поэтому хочу, чтобы о нем осталась светлая память. Царство ему небесное. Ну, этот альбом фактически и будет являться его памятью. Да. Но на самом деле, когда это печальное... ситуация случилась, ты был как раз, да, ты был как раз у нас тогда на записи в Петербурге, я сам провожал тогда тебя на вокзал, и мы публиковали даже написанный тобой с моим скромным участием некролог относительно его ухода из жизни на сайте студии «Ночное такси». Так что, Серега, царство тебе небесное, светлая память, и мы эту память
достойно, воплощаем в данном случае. Постараемся воплотить. В синем небе тает птичья стая. Это воля, воля улетает. Пропадают годы, миражи. Без огня пустая тает жизнь. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке сегодня впервые показываю вам фрагменты, на мой взгляд, очень интересной и даже необычной видеоработы московского автора-исполнителя Игоря Васильева. Игорь работает на стыке различных музыкальных жанров. Мне кажется, что здесь есть и баллада, здесь есть и глэм-рок, и, вне всякого сомнения, конечно же, шансон в самых лучших его проявлениях. Пока у него один альбом, второй альбом сейчас записывается в Москве. И мне очень приятно, что для видеоверсификации своего первого компакт-диска в 2009 году этот талантливый автор-исполнитель из Подольска избрал нашу студию. На мой взгляд, получилось все очень неплохо, очень необычно. Нам понравилась эта музыка. Мне, в частности, понравились очень стихи, распевность и необычный вокал этого автора и исполнителя. Сегодня в альбомном блоке «Ночного такси» я с удовольствием показываю вам фрагменты видеоальбома под названием «Огонь по-русски на душе». Я вспоминал себя не раз. Мой дед не рыл ни с кем могил. И никого не ублажал, не говорил слова любви. Кому-то совесть отдавал и не делил на части мир. И только вор ходил в моем окне уже. И только вор похитил сердце в тишине. И снова Бог не облегчил судьбы сюжет. О, как по-русски на душе. О, как по-русски на душе. По-русски на душе всем тем, кто в этот час не может крикнуть, ведь терпение есть у нас. Я бегу вокруг земного шара тысячу раз и подскажу, что нет больших сердец, они у вас. И только вор ходил в моем огне уже. И только вор похитил сердце в тишине. И снова Бог не облегчил судьбы сюжет. О, как по-русски на душе. О, как по-русски на душе. Все время крали, крали, крали и крадем. И лишь в душе закроем окна на засов. Не отдадим ни честь, ни русских образов. И только вор ходил в моем окне уже. И только вор похитил сердце в тишине. И снова Бог не облегчил судьбы сюжет. О, как по-русски на душе. О, как по-русски на душе.
кончается рассказ. Для тебя всегда весьма серьезных. С новой силой каждый раз. Желтый цвет желтее нет. Это ты и твой портрет. Где измена, где обида? Это все какой-то бред. А потом только то, что было раньше. А потом принимать нужно много фальши. Нежность, сотканная ветром, милосердие в глазах, дар любви, пленящий светом, не всегда в одних слезах. Незаветная мечта, ты мое свидание, сон, идущий сквозь года, ты мое призвание. А потом, только то, что было раньше. А потом, принимать нужно много фальши. Сколько годиков тебе, столько роз возьми себе. Это все, что мне осталось подарить с собой в борьбе. Просьбы желтый лепесток, в мире очень одинок. Но твои в душе прошения исчерпали меры срока. А потом, только то, что было раньше. А потом, принимать нужно много фальши. А потом, только то, что было раньше. А потом, принимать нужно много фальши. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Напомню, в нашем эфире была программа под названием «Ночное такси» на YouTube. Я, Александр Фрумин, еще раз предлагаю вам обращаться к нашему веб-сайту chansonspb.ru. Оставляйте заявки, спрашивайте о том, что вам интересно. Все постараемся показать в нашем эфире. «Ночное такси» выходит на Ютубе, на нашем телеканале, естественно, еженедельно. Мы специально делаем для вас программу хронометражом до 40 минут. В программе сохранены те же самые рубрики, которые были в привычном для вас FM-эфире этой программы. То есть, напомню, это и рубрика «Близкое ретро», фонограммы и видео старше десятилетия. Это обязательная рубрика «Интервью» под названием «Лицом к лицу» и, конечно же, альбомный блок. Обращайтесь со всеми вопросами в гостевую книгу нашего веб-сайта. Постараемся выполнить все ваши музыкальные пожелания на нашем видеоканале. Спасибо, это был Александр Фрумин. Я прощаюсь с вами до следующей недели. На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий.